Всем привет! И в этом видео я вам покажу раскрачки Monster High. Да, конечно. Извиняюсь, если будете слышать посторонние звуки. И да, я снимаю это видео не по расписанию. Иногда даже будет так, потому что, ну, блин, я не могу просто. Хочу снимать видео. Кстати, тут кожа у Фрэнки не такого цвета, поэтому да. И видите, если когда мы переворачиваем, вот, да, схожество. Вот. И это все из одной серии «Монстр в школе». То есть, эти два журнала, точнее, раскраски, да, и серии «Монстр в школе». Даже подписано, чтобы кто-нибудь не запутался, это где внизу подписано. Кстати, я второй раз переснимаю это видео, потому что, блин, и тут был продюсер, но я не прочитала обложку. Ну, неважно. Это Киберклео. Кстати, вот знаете, что плохо в этой раскладке? То, что здесь такая вот линия. Ну, не разлинована специально, чтобы как было как вот тут. Мне пришлось делать все. Дальше тут плюс. Видите, вот это, да? Вот. Не знаю почему, но на самом деле она зеленая, но она кажется такой. Вот. Вот. Дальше лагуна. Лагунчик. Дальше тут Клодин. Потом Хоулин. Дальше Драклаура. Кстати, вчера показали фильм «Призрачно». Кто не смотрел, тот может посмотреть в любое время. Потому что, если вы видели этот фильм вчера, в 19.30 или как-то так, 19.20, вот, то поставьте пальчик вверх. Да. Итак, дальше Лагуна. Потом Фрэнки. Да. Дальше Гулия. Стоп, смотрите. Видите, тут она зеленая. А тут она с такой кожей. Ну, не знаю, почему это. Потому что... Да. В принципе, дальше тут. Это я вот столько вот раскрасила. Вот это две за сегодня, потом вот ее волосы начала раскрашивать в пятницу еще, а потом вот уже всю ее докрашивала в субботу, вчера. И это я тоже сделала вчера, вот все вот это. Да, просто смотрела видео, я решила пораскрашивать, и вот что у меня в принципе получается. Извиняюсь, если камера трясется. Дальше вот две раскраски, которые сегодня. И дальше здесь, которые остались. Клодин. Дальше. Да, тут и написано Клодин. Так что да. Вот. Холд. Потом Драклаура. Опять Лагуна, ну базовый. Рошель. И знаете, видите вот это вот. Да? То есть здесь нету таких вот быть завитушечек, и волосы опять же не разлинованы. Это очень плохо. И дальше тут опять же Клодин опять. Да. И на эту раскраску обзор закончен. Итак, приступим к этому. Я подумала, что это раскраска Чиби, а это большая раскраска. Но нет. На самом деле это не то. Тут большие вот такие же персонажи, только еще фамилии. Кэти Нуар, да. Дальше Драклаура, потом Рошель, наконец-то разлинованными волосами. Дальше Клод, 7600 Драклаура, потом Клодин. Кстати, вот как можно будет заметить сейчас, пожалуйста, смотрите, вот она и вот она. Тут качество получше, видите, тут все прорисовано, а здесь просто такие, да, видите, что нет таких типа штришков, все, но да. И здесь вот чуть-чуть качество похуже, потому что видите, да, то есть нет таких вот каких-то вот всяких штришков, нет этого, то есть это. И полосы, да, не лучше здесь пририсованы.
Дальше оперетта. Видите вот эту картинку? Да. Дальше Рошель. У нее волосы, вот видите, прорисованы тут хорошенечко. Фрэнки, моя любимая. Моя любимая Фрэнки. Да, если вы не знали, что то Фрэнки моя любимая. Персонаж Монстр Хай. Дальше, ну, Эйби, но да, в общем-то, я даже ее не заметила. Дальше тут Лагуна Блю, видите, что у нее с глазами? Вот, пожалуйста, и тут то же самое. Мне это очень пугает, ну, с такими огромными глазами. Лагуна, да, не очень. И, кстати, не было такой серии, чтобы она вот так была, в таких вот... Каких-то, ну, не знаю, что-то это вообще не продумали. Каких-то... типа штанах. Вот вообще. И вот это вот, это что-то... Все не понимаю, чем, зачем это так нарисовали. Блин. Бог, в общем-то, все. Дальше. Клодин. Видите, вот это. Тут, вот это вот я не ожидала. Дальше Венера. Венера, Венера. Дальше Фрэнки. И, пожалуйста, новый персонаж, который я даже не знала. А где? Где? Бубу Керу. Да. Это новый персонаж. Персонаж. С какой-то серии. Я не знаю, с какой-то серии она. По-моему, с Ревдюшик, но ее там не было. Просто есть такие персонажи Monster High, которые вообще кукол. Фотографии есть в Яндексе, но их не выпускают. Не знаю просто вообще. Да. И еще наклеечки. Кстати, вот это мне бабушка купила в городе Волгограде. Ну, просто в городе. В Волгограде, да. Вот такие там наклеечки. Вот я уже использовала лично Ника. Вот, в принципе, это 3D. Вот, кажется, что оно выпукло тут. А эти просто с блесточками, вот и пальчики вот такие вот. Эти розовые, синие, это то есть здесь синий фон, а тут розовый. Да. И это было все видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, видео о личных дневниках начала набирать очень много просмотров. Я этому очень рада, потому что просто вообще это супер. И тем, кому нравится видео о личных дневниках, ставьте, пожалуйста, лайк. Кстати, если вы хотите же видео еще такого же типа ASMR, вот, то надо набрать 5 просмотров под видео ASMR раскраска. Вот, и в общем-то я сейчас зайду на YouTube, посмотрю, и да, всем пока!